Ку-ку, дамы и господа. Я не обновил дэшборд, но там надо было всего одну цифру поменять. Я думаю, как-нибудь обойдемся без этого. Поменяем потом. Так, вот она игра. Слава богу, я ее не закрыл. А то я на секунду почему-то подумал, что я ее закрыл. На самом деле это не так, и это очень хорошо. Проверяю, что все хорошо. Вы меня видите, слышите. Звук у игры на том же донищенском уровне, на том же. Замечательно. Что ж, продолжаем в таком случае. В чате кто-нибудь напишет? Хотя бы букву А или Б. Или мягкий знак. Все. Кто-то что-то написал. Этот кто-то Амкул. Привет всем еще раз. То походу нам придется заново начинать. Потому что эмулятор после такого длительного времени неиспользования он решил крякнуть и вырубить музыку. А, все. Все, Save State перезапуск помог. Можете теперь говорить, что я прошел эту игру с Save State. Я с вами соглашусь и с радостью выражу вам свое уважение. Это я говорю тем, кто скажет мне, что я прошел эту игру нечестно с сейвстейтами. И вот всех я их уважаю очень, этих людей. Я сейчас только что сделал сейвстейт, закрыл эмулятор, открыл эмулятор и загрузил сейвстейт. Вот так вот я сделал. Привет, Лойсон. Так, у нас тут босс. У нас тут босс, которого я не знаю. Ну, первый босс был ват. Первый босс был лохом. Второй босс тоже был лохом. Я надеюсь, они эту добрую традицию продолжат. Так, ух ты. Какая-то какаха со мной бегает. Не очень впечатляет. Вот срет он больно быстро, конечно. Так, это вроде пока не ломается. Идем на ту сторону. Даже поверап пока особо не нужны. А звуки-то какие? Надо что ли вручную? Да хорош. Так, нашел протактику.
только на канале сломается. Так, он перестал плевать. Ненадолго. Ой, он раз раскручивает. Я понял. Отвали! Блин, не натягивайся. Надо подзаправиться. Не ошибаюсь, что у нас стримов не было. Да, Ик, ты прав, действительно давно не было. Я тоже рад тебя видеть. Привет, Йоргера. Я не очень понимаю, что надо с ним делать. Нет, бот не умер, Z-мастер. Бот написал ссылку. Я не знаю точно. Они раскручиваются медленно, их не получится быстро раскрутить. Отлично! Отлично, раскрутил таки. Все я правильно делал. Надо их просто раскрутить. Баба, иди гуляй. Фу. У-у-у. Ну что ж, по крайней мере, мое предположение о том, что третий босс окажется таким же лохом, как и предыдущие, справедливо оказалось. Не знаю, зачем я иду сюда. Уткнуться в стену. И ничего здесь не найти, разве что. Рад, что хоть босс меня не разочаровал. Хотя, может, это и не все. А, нет, все. Больше ничего тут нет. Два туалета. Выбирайте. Голосуйте за левый или правый. Я думаю, это очень важно. Какой туалет мы выберем из этих двух. Но я левша, поэтому пойдем в левый. Нет. Все говорят правый. Ладно, пойдем в правый. Не, на самом деле нет, я пойду влево, я левша. Я буду по очереди пытаться зайти в каждый туалет. Какой первым чувак зайдет, тот мы и пойдем. Он первым зашел в левый. Есть два толчка. Да. Силовое ядро. Часть 1.
Нет, не надо мне это показывать. Нормально. Нормальная такая штукенция. Нормальный такой противник. И он тоже неубиваемый. Берет и прожигает насквозь вообще все. И летает зигзагами. Куда я попал? Куда я лечу? О, я хорошо зашел. Замок перманентный? Да, замок перманентный. Да, игра прям становится более честной. Больше жизни дает. Удивительно прям. Я думал, она так и не будет ни хрена жизни давать. Пауки какие-то ползают. Тихо-тихо, не скатывайся туда. Рано еще. Да ты можешь отойти! Присосался. На. Yes. Вау. Там был рычаг. А чего я сдох? Шесть жизней. А чего я сдох? Я что, врубил какое-то электричество, что ли? Но охрененно-то... Это что, мне так, типа, обучают новым препятствиям? Типа, вот, смотри, рычаг, нажми на него и сдохнешь, понял? Теперь не нажимай на него. Зашибись, способ обучения. Лучший способ научить игрока. Что ему делать? Пипец. Не ори, я сказал. Жизнь отреспавнилась. До этого жизни не респавнились. Почему? Может, потому что рядом с чекпоинтами лежали? Так дайте-ка еще раз сдохну, я хочу кое-что проверить. Нет, никаких секретов не ищутся. Никакие секреты не начинали искаться, Серкс. И не будут никакие секреты искаться. Так, давайте проверим. Решетка. Нажимаем и дохнем. А,
А тут вот что активируется. Ловушка активируется. Отлично. Вот как эта игра обучает вас. Вот как эта игра вас обучает. Ребята. Слышали этот звук? Это жизнь я подобрал. А теперь слушайте еще раз. А вот я еще одну жизнь подобрал. Понимаете, к чему я клоню? Ой, как сложно играть! Какая сложная игра. Ой, меня тут атакуют. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Я не успеваю уйти. Ой, я проиграл. Какая жалость. Что же делать? Ах, не получается у нас играть. Не получается. Что же делать? Что же делать? Сложная игра, сложная. Надо очень сильно постараться. Очень сильно надо постараться. Ладно, я не дошел до этого. Ладно, я не буду фармить, ребят. Я 9 жизней нафармлю и все. Опять же, то, что мы тут нашли фарм, не означает, что это... хорошая игра. Я не думаю, что возможность нафармить бесконечное количество жизней можно назвать хорошей стороной геймдизайна. Проверь, есть ли больше 9. Вы так этого хотите? Это долго. Ну, может тут лимит на 9. Вот, ну, может быть, это можно проверить, конечно. Да-да, хватит! Дайте мне уже на чай! Так, стоп, я не туда пошел. Мне вообще же не сюда надо идти. Чё это хуйня? Вроде сейчас у меня 9 должно... Ой, 10 должно быть. Враги что-то пассивные вдруг стали. По-прежнему написано 9. Но мы еще не знаем наверняка. Сейчас у меня уже, по идее, 10 должна быть. Может быть, они больше 10 не отображают. Давайте сдохнем сейчас на ровном месте. Блин, получилось. Давайте, убивайте меня уже. Стреляй, стреляй. Когда не надо, вы убиваете меня всегда. Нет, лимит 9. Хорошо, окей. Окей. Да, ну 9 так 9, что поделать-то? Если бы было 10, то я бы не знал, когда мне остановиться с фармом. А так все просто.
99 не нафармил. 99 я бы и не стал фармить. Я бы с ума сошел. Дружок. Игра очень уверена, что те, кто играет в эту игру в первый раз, автоматически знают абсолютно все. Вот в чем уверена игра. Зато когда у тебя куча массы, прикольно так за угол атаковать далеко. Это прикольно. Нажимаем. Блин, 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 а нас тут будут сейчас месить. Ладно, не страшно. Вытягивайся, ты видишь, враг опасный к тебе подходит. Почему ты не вытягиваешься, когда надо? Ворота закрыты. Я понимаю, что есть. Все-таки ворота-то закрыты. Что там рычаг нажат? Все-таки надо нажать этот рычаг. Да вы издеваетесь. Каким образом? Окей, видимо, выйти отсюда потом и обойти обратно. Окей, хорошо, я вас понял. Уходи, чертовы пауки. Уходи! Игра становится круче на глазах. Ну не скажи. Единственное крутого, что мы тут увидели, это то, что можно фармить жизни. И то это скорее... недочет разработчиков, чем фишка. Подарок от разрабов. Как же? Так, вот это опасно, ребята. Чекпоинт. Вот, честно, честный, старый, добрый, честный левел дизайн. Заходишь сюда и начинаешь получать урон непонятно от чего. Круто же. Вот,
Вот. Вот оно. Вот я теперь узнаю игру. Теперь я узнаю игру. Окей, там еще одна жизнь лежит. Нифига себе, тут сколько на этом, на одном уровне уже как минимум 3 жизни лежит. На одном уровне. Так, там посмотреть, там что, еще один спуск делаю. Вот сюда я не ходил еще. А сюда я ходил. Я отсюда пришел. Давно бы выключил, да он только вчера появился. Еще это давно не настало. Все закрыто, перекрыто. Туда попасть? Что-то я не понимаю. Отсюда, наверное? Нет, не отсюда. А как? Не то чтобы очень надо, у меня и так 9 жизней, но все равно. Непонятно. Ну и хер с ними. С этими жизнями. Оу, е! Как раз то, чего я хотел. Один рычаг мы включили, другой отключили. Можем включить его обратно. Это у нас первый рычаг в игре, который можно включать и выключать много раз. Самостоятельно. Даже не знаю, как на это реагировать. Из такой комнаты мне не выбраться. Ау. Бля, сюда-то... А почему там дверь закрылась? Там закрылась эта дверь. Она же вроде открыта была. Ничего не понимаю. Дверь вот эта была открыта. Я проходил поверху. Сейчас она закрыта. Не понимаю. Или она была закрыта, и я сразу пошел вниз. Ладно, короче, идем обратно. Всё. Там вот там открылся проход. Я этими рычагами закрываю, открываю проходы. Не, тут просто не хотят, чтобы ты одним и тем же путем ходил каждый раз. Я так понимаю. Сейчас тут можно отсюда спуститься. Так, с тобой я знаю, как разбираться. Ты падла. Все, отжали, сейчас меня и убьют. Меня убьют. Как бы знать бы, как тебе повера подостать, но, видимо, никак. Не отсюда. Хотя, может быть, и отсюда. Сейчас я схожу. Я дохнуть не хочу. В этой игре дохнуть очень плохо. Всегда. А тут еще один урод.
какой-то стелс прям. Так, что-то мы нажали, что-то где-то случилось. Angel Fighter подписался. Спасибо большое, Angel Fighter. Респект, уважуха за подписку. Спасибо большое. У тебя есть целый один смайлик пока что, которым ты можешь пользоваться где хочешь. Поздравляю. Спасибо большое. Как картошка? Я не сажал картошку еще. Какие вы оригинальные с фермерскими шутками. Ну что, картошку посадил? Причем в любое время года можете спросить, да? Там в декабре там картошку посадил, там... Что еще сказать? Про картошка. Посадил картошку или нет? Или не посадил? Оригинально очень. Да, Angel Fighter, целый один смайл. Их будет больше через месяц. Я разобрался в том, почему мне не дают сейчас прямо сейчас перейти на партнерку, хотя я все условия выполнил. Дело в том, что... Так, я не знаю, куда попасть. Видимо, никак. И насрать. Вот. Новые технологии. Вы только гляньте. Так вот. Что хотел сказать? Я уже забыл, что хотел сказать. Вот, партнерку мне не дают потому, что... Эти условия нужно выполнить за последний месяц. То есть как раз потому, что я долго не стримил, мне не дают возможность перейти на, на платную подписку сейчас. Ну, в смысле, на партнерку полноценную. А так у меня условия уже выполнены все. Такая фигня, ребята. Так что сейчас надо просто месяц подождать, и от вас я требую... Как минимум, просто чтобы вы смотрели стримы. Потому что одно из условий... Остальные два условия — это просто стримить много и стримить часто. И все. Это фигня, это само собой. А вот остальные два, оставшиеся два условия, они посложнее. Вернее, не оставшиеся два, оставшиеся одно условие. Блин, это жесть какая. Последнее условие — это иметь 75 зрителей в среднем. В течение последних 30 дней. И это имеется в виду только Twitch. YouTube, естественно, не в счет. Так что вот так вот. Так, ну я сейчас сдохну, тем не менее. Нашел лечилочки. Пока 37 где надо, 27 где не надо. Но это пока. Потом подойдут. Утром, кстати, было много народу. Вчера было много народу. Так, что мне надо сделать? Мне надо пойти сюда. Нет, Angel Fighter. К сожалению, нет. Но ты не переживай. И главное, верь. Что такое? А, я его щелкаю взад вперед. Блин, я даже не знаю, в каком положении он должен быть. Я их все могу щелкать взад вперед. Но пусть будут все зеленые. Потому что по умолчанию они все красные, я так понимаю. Пошли вы, пучки поганые. Не спавнится, что ли, отсюда? Я не понимаю. Так, мы протекли сюда.
было отойти. Выносят мне мозги. Так, там я был. Или не был? Нет, не был. Он не был. Нет, я здесь был. Я здесь был. Зачем я сюда пошел? Какой стейдж уже? 4-й. 4-1 уровень. Так, надо отключить вот этот. Это временный, значит, да? Это, сволочь, падла временная. Знал бы я еще, что он открывает вообще, чтобы знать, куда бежать хотя бы. Наверное, вот это открывает. Она вроде так открыта. Блин, что плохо, враги теперь слизи не дропают. По крайней мере, большая часть. То есть враги чисто роботы, и они слизи никакой не оставляют после себя. То есть ты не можешь подлечиться немножко после того, как убил врага. Это очень плохо. Приветствую, Благомир! Спасибо. Спасибо. Ладно, нормально, живем. Пока что живем. Кое-как. Жив, здравствуем. Попадаешь-то? О-о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 -
издалека. Я думал, я за стенкой стою. Сраная изометрия. Пишет, осталось 9 жизней. Так значит, тут все-таки можно больше 9 иметь? Или как? Если бы у меня было... А, ну в смысле 9 лимит. То есть больше 9, больше 9 он не может отображать. Все понятно. Я видел, что там хилка была. Я знаю, что там хилка была. Заткнись. Я не знаю, что этот экран значит. Мне все равно. Для меня этот экран не существует. Так, и опять далеко позади. Так, я открыл те ворота. Идем сюда. Да, разрабы слишком ленивые. Совершенно верно. Так, ну теперь... идем сюда. Тут какой-то рычаг. Идем вниз. Здесь хилки.
Ну, соберем, давайте их соберем. Давайте разрастемся прям как следует. Может, я смогу этих врагов эффективно из-за угла месить. Неплохо. Сейчас мы замесим этого урода. Не ори, соединишься. Так, я так понимаю, электричество меня бьет, правильно? Да, оно бьет меня очень больно и обжигает. Не ори. Вытекай давай. А тут я уже не пролезу. Не ори. Забирай то, что осталось, и вали. Ау. Так. Везде электричество херачит. Тихо. Сюда нам не пройти. Зато сюда нам пройти. Не ори. Там электричество, это плохо. Еще два урода стоят за дверью. Такие большие уровни, а. И так впадлу по ним ориентироваться, блин, по этим огромным уровням. Так, можно спуститься в воду. Рыбки, пиявки, кто бы вы ни были. Она. Чекпоинт. Е. Ладно, может быть, даже я пройду эту игру сегодня. Может быть. Хотя, конечно, это все еще первый уровень. Верно ведь? Это до сих пор первый уровень идет. Че они такие длинные-то? Так, жизнь лежит. Зашибись. Причем я ее взял до взятия чекпоинта. То есть, после каждой смерти я смогу ее подбирать. Наверху я уже был. Только попробуем быстро протечь. Быстро протечь получилось, но нас все равно обжарили. Да, разработчики молодцы. Мы сильнее погружаемся в зеленые сопли. Смайлик работает. Да, если чё, у меня даже не было возможности наименовать смайлик самостоятельно. Поэтому он называется Брикм 2. Хотя он не должен был так называться. Я не знаю, почему он так называется. Короче, названия автоматически были. Я только мог второе слово дописать. Я написал только дроп. Thank you.
Yes. Да. Power Core. Часть 1. Таблица говна. О, можно еще в воду спуститься. Иди гуляй. Может быть, но тем не менее, факт в том, что при наличии партнерки можно уже самостоятельно называть Смайла, как захочешь. Вроде как. По крайней мере, так я прочитал в этом. В правилах Твича. О, здравствуй, давно не виделись. Человек фейспалм, давно не виделись. Так, сюда мне не надо, от слова совсем. Там выход, пойдемте на выход. Мы и так достаточно долго сидели на этом уровне. Жесть какая-то. Это финальный уровень? Нет, меценат, это не финальный уровень. Это четвертый уровень. А всего их 5. Да, это 9 жизней. Что это такое? Заплыл в случайный угол и куда-то вперед попал. Окей. Опять эти кролики. Да не нужны мне эти кролики. Я не могу даже выползти из этой ямы, блин. Я даже выползти из нее не могу. Как я из нее атаковать? Там, блядь, из этих труб невозможно нормально атаковать. В общем, хорошо, что я не собираю эти дебильные тупорылые бонусы, которые портят игру очень сильно. Портят игру, в которой и так хватает проблем. Так что давайте лучше по-прежнему забудем существование этих замечательных бонусов. Что же вы делаете? Да?
не всегда виновата игра, но в этом случае виновата точно игра. Секреты здесь полное дерьмо. Не стоящее внимания. Блин. Что это за фигня? Я не знаю, как я это сделал, но я что-то сделал, я молодец. Трешак какой-то пошел. Я по привычке уже тыкаюсь во все стены. Очень, очень полезная привычка, которая меня учит эта игра. Почему цвет слизи меняется? От поверапов он меняется. От поверапов. Если желтый становится, то это значит скорость повысилась. А если красный, значит сила повысилась. Ау. Да идите вон. Да хорош. Вот не надо вот так, такого, блин, а. Посмотрите, что творят. Вы посмотрите на них. Что это за трешак? Я труп. Да, будет хелл начался. Не то слово. Мне еще нравится, как они летят в одну сторону, а потом резко отражаются в другую. Это очень круто сделано. Очень честно. Так, это я отключил пушки. По крайней мере, вот эти пушки я отключил. Далеко на о мебели. Что? Не знаю, что ты хочешь сказать, но я тебе могу ответить, что это четвертый уровень из пяти, да. А, на мебели, понятно, понятно. О, классно, враги через стену стреляют, видали? Только что была демонстрация эксклюзивная, специально для вас. Я так и не понимаю, куда здесь идти. Вроде я везде уже был. Дверь как была закрыта, так и осталась закрыта. Она на таймере, что ли? Вроде не было там таймера никакого. А, может быть и на таймере. Да, на таймере, походу. Окей. О, теперь ты. Одна херовина. Куча поверапов, которые мне пока не взять. Так, что я подобрал? Чекпоинт, наверное. Мне кажется. Так, это секретный проход. В чем цель игры? Найти выход на следующий уровень. Вот и все. Ползаем, пока не найдем выход на следующий уровень. Вот в чем цель игры. Я ничего не увидел, но чувак сказал yes. Тудоватая она, конечно. Весьма. Сюжета нет.
Ботана превратили в жижу. Ботан идет мстить. Вот и все. Вот тебе весь сюжет. Был ботан. Из него сделали зеленую лужу. Теперь он мстит. Был ботан и нету. Да, вот, вот такой сюжет в этой игре. Глубокий. Тихо, блин, ну какого... Да, часть вторая, пропускаю вот этот экран. Я уже засну под эту игру. Я могу сходить вниз? Вроде бы можно было вниз пойти. Да, пойдем вниз. Привет, енот. Привет. Ну, это же можно было назад пойти. Что, сейчас уже нельзя? Я откуда ты пришел? А вот отсюда я пришел. Стоп. Значит, надо еще назад. А тут некуда идти. Все понятно. Хорошо. Стоп, а я отсюда никак куда-то. Нет. Никак. Как это долго. О, жизнь! Я уже специально бью, ожидая тут врагов спрятанных, вежливо подложенных в участок уровня, который я не вижу. Отлично! Прогресс стоил того. Дверь закрыта. И эта дверь тоже закрыта. Хорошо. Что у нас тут? Отлично. Минное поле. Все рычаги нажались. Странно. Зачем здесь три рычага, если второй, если два из них нажимаются одновременно? Ага. Ой, ё-моё. Блин. Что ж, входим мы в зону булщита. Отлично, отлично, вот вам, вот вам. Понравилось вам?
Угадай рычаг. Угадал. Вот хорошая игра. Видно же, что хорошая игра. Нет, это мне не за Fast Forward. Это разработчики не в своем уме были. Тут были подсказки. Ну тогда это у нас то, что я вам говорил, когда разработчик считает себя самым умным. Синдром такой у разработчиков бывает иногда, когда они считают, что они самые умные. А этот рычаг не нажимает слово совсем. Понятно. Нет, Шакстер, синдром самого умного разраба. Самого умного. Не просто умного, а самого умного. Я даже не знаю, о чем уже говорить. Ну, ничего не происходит. Я очень медленно тянусь, поэтому, блин. Очень медленно ползу по этой локации бесконечной. Да-да, спамьте почаще, быстрее. Войдешь когда-нибудь по ним? Вот так, молодец. Атаковать здесь, это вообще капец как удобно. Меткость, точность, все на месте. Только не на том месте. Это что такое? Куда я дошел? Что бы то ни было, я там взял жизнь. Все рычаги на месте. Замечательно. Дверь закрыта. Замечательно. Может быть, Амкол, может быть. Вполне возможно. Ладно, отключаем этот рычаг, оставляем все остальные. Yes! А кроме этого, yes! Тут есть еще что-нибудь. Можно спуститься сюда. Только зачем? Блин, в детстве все игры нравятся, Фазер Купер. Но если не все, то большинство. Сейчас же не детство. Блин.
Я вот считаю, ФСР Купер, что она тягомотная до ужаса. Что вот она настолько тягомотная, медленная. И вот такая очень-очень медленная. Понимаешь, что я сейчас засыпаю прямо на стриме. Вот ты думаешь, что это не так, ты думаешь, что она динамичная и очень быстрая. Потому что мне так не кажется. А вот ты как думаешь, человек, который играл в детстве и которому игра нравилась? Мне интересно узнать. Вон. Ты охренел? Хватит жарить. Ты посмотри, какая падла. Ладно, сочи, сейчас вылечусь ведь. Только я нихера не вылечился. Это рычаг. Я думал, это лечилка, это рычаг. О, вот оно. Сдохни когда-нибудь уже! Не ори! Отлично зашел. Так, тут больше делать нечего. Наверх-то можно пойти? Нет, на ламповом стриме фантазии не будет. Слава богу, я в детстве в фантазию вашу замечательно не играл. Я очень этому рад. Вы охренели, а? Может, ты нахер пойдешь? Зашибенные враги, если вам негде спрятаться, вам пиздец, потому что их убить невозможно нормально. Где я сейчас? Я даже не знаю, где я сейчас, очень далеко. По-моему, лазер давно улетел мимо. От чего я умер? Я не знаю. Сложно сохранять концентрацию, когда игра такая нудная. Игра нудная, понимаете? Я зеваю. Мне не хочется еще 20 минут ползать куда-то туда. Потом сюда, потом вон туда, потом нажать там рычажок, там нажать кнопочку, ползти вон туда, сюда, потом еще куда-нибудь, потом бац, сдох, и заново надо опять ползти туда, потом сюда. Потом опять ползти туда-то туда. Потом опять куда-то сюда. Какую-то кнопку нажать. Нажать какой-то рычаг. Потом опять сдох. И опять надо опять куда-то ползти туда. Потом куда-то ползти сюда. Потом опять куда-то туда. Потом никуда. Потом сюда. Потом опять сдох. И опять надо куда-то ползти туда. Потом ползти сюда. И это повторяется бесконечно. Скажите, вас задолбало то, что я повторяю одно и то же уже раз в третий, наверное, в четвертый? А меня задолбало в этой игре повторять одни и те же действия в третий, в четвертый раз.
Короче, этих уродов надо плевками. Обязательно. Что за фигня? Там открыто должно быть. Че вы тут заливаете? Там открыто должно быть. Быстро открыли мне дверь. Там открыто должно быть, там жизнь же. Вот, тут рычаг скрытый. А где жизнь-то? Тут жизнь должна быть. Или что, жизнь только в одном месте в игре респавнится, больше нигде? Пипец. Да блин, в Star Wars хотя бы действия менялись, понимаете? То есть ты не сидишь долго на одном месте, ты подыхаешь, начинаешь заново, быстро доходишь до того места, где ты сдох. Там... сливаешь, начинаешь заново, и опять то же самое, блин. А здесь просто ты на одном и том же месте трешься бесконечно долго. На одном и том же месте. И это скучно. Очень. Блин, я, походу, не ту кнопку нажал. Я не знаю, какую кнопку нажать. Я не знаю, куда после этого ползти. Я не знаю, где выход. Куда идти дальше. Вы понимаете мою проблему с этой игрой в данный момент? Вот что я сейчас делаю, понимаете? Я сейчас схожу с ума, блин. Я сейчас просто схожу с ума. Я ползаю, нажимаю рычаг, смотрю вниз. А, закрыто. А тут тоже закрыто, хорошо. Иду, нажимаю еще один рычаг, смотрю. Там открыто, и тут закрыто, хорошо. Иду еще, трогаю этот рычаг. Тут открыто, тут закрыто, хорошо. А что делать дальше-то? Понимаете, что я очень устаю вот одно и то же делать. Потому что ну ничего не меняется. Я не знаю, куда идти, что делать, что нажимать. Тут слишком много всего. Это все невозможно взять и так и запомнить. Вот я сейчас застрял. Куда мне сейчас идти? Куда мне сейчас идти? Где мне рычаг нажать? Какой мне рычаг волшебный нажать? Чтобы мне выход отсюда открылся. И что мне надо где-то еще нажать, чтобы что-то еще случилось? Я не знаю. Никакие подсказки? Нет никаких подсказок. Была вон одна. Только о том, что... какой рычаг нажимать нельзя совсем. И все. Вот как-то я открывал эту дверь в прошлый раз. А как? Я не знаю. Может, этим же рычагом? О, действительно. Чудо. No. Хорошо, можно еще что-нибудь этим рычагом открыть? Может, там сзади еще что-то открылось? Ура, что-то открылось. Стреляет как из пулемета, блин, каждую секунду. Даже заплевать его просто так не получится.
по-моему, все еще... Нет, это второй уровень, это уже второй уровень. Хотя бы это уровень последний в этой локации. Хотя бы после него будет босс. Правда, меня сейчас отмудохают. Вот как я должен туда пройти, не получив урона? Это невозможно. А чекпоинт вон спереди. Уу! Рифтуем. Я не знаю, как это проходить. Даже если я его убью каким-то чудом, там мимо лазеров все равно невозможно пройти. Что делать? Вопрос. Опять заново начинаем. С того же самого старого места. Ползем сейчас туда. Потом ползем сюда. Потом нажмем что-то там, где-то там что-то нажмем. Что-то где-то откроется. А что-то не откроется. Пойдем посмотрим. Потом пойдем обратно. И вот опять. Опять то же самое. Я даже не знаю, я умер, но я ничего полезного из этого не почерпнул. Я так и не понял, куда мне идти. Я так и не понял, что мне надо делать, как мне проходить. Я не знаю. Я так и ничего и не нового не узнал. Опыта не получил, прогресса никакого нет. Кстати, лазер надо отключать. Во. Но без них не откроется вот эта комната. Короче, когда я буду возвращаться обратно, надо по новой активировать вот этот рычаг. Вернее, отключить. Этот рычаг убирает вот эти лазеры и убирает дверь здесь. Вот эту вот. Обратном пути надо будет нажать еще раз. Правда, дверь все равно закрыта какого-то хрена, сука. Ладно, хорошо. Надо нажать вот этот рычаг. Теперь дверь откроется. Ура, дверь открылась. Теперь меня месит в говно. Жизни нету, конечно же. Жизни респавнились только в одном месте на уровне. В остальных уровнях и висит исключение железное. Yes. Теперь идем сюда, отключаем вот этот рычаг, и в той комнате нет лазеров, вернее есть, но намного меньше. Заткнись. Почему ты не двигаешься, дебил? Почему как только ты вышел из трубы, ты решил не двигаться и подождать, пока тебя расхерачат? Я не думаю, что это правильное действие.
Well done, well done. Так, надо быстро его вынести бомбами. Ура, тут еще три рычага. Интересно, какой из них меня убьет? Вам интересно? Сейчас мы это узнаем. В следующей серии, блин. Почти как Груви звучало. Так. Ура, я куда-то дальше прошел. Куда-то я прошел. Мне это не нравится. Да, вот о чем я говорил. Может быть, я даже пройду этот уровень. Может, и нет. Какая система паролей? Нет паролей. Game over и все, пошел нахер. Никаких паролей тут нету. Ничего тут нету. Отлично, отлично, мы прокатились вместе. С нихера тенью. Зашибись. Один отскочил вверх, второй полетел вниз. Ну, конечно. Здравствуйте! Здравствуйте! Появился! Из ниоткуда! Да, да, я в курсе, что мне надо все обязательно отжать. Я в курсе. Дерьмо! Ну где ты застрял, дерьмо? Ну где ты застрял, дерьмо?
Где ты застрял ты? Дерьмо! Не знаю, куда я иду. Тут ничего нет. Ура, лечилка. Так, можно туда пройти. Замечательно. А сюда можно пройти? Сюда можно так пройти. Что там какие-то невидимые рычаги я понажимал? Подойдешь сюда? Так, что там еще? Может, ты как-нибудь ударишь? Как-нибудь, куда-нибудь, в какой-нибудь попадешь? Молодец. Ты попал в кого-нибудь? Поздравляю. Надо очень беречь этих жучков. Жучки, они твари редкостные. Они очень быстрые. Графон, вот SNES такой не затащит. Смешная шутка, Z-Master. Очень смешно пошутил. Отличная шутка. Забыл добавить никогда-никогда. Ох ты, давно этого поверапа не видел. Yes! Выход!
Серьезно? Выход? Я думал, этот уровень никогда не закончится. Выход. Выход. Я его нашел. Теперь босс этой унылой локации. О, музыка босса новая. Нет, ребята. Вы нахер пойдете. А что это за муть? Я так понимаю, нужно следовать за полосками этими самыми. Или нет, или не надо. Добрались до самого верха. Что нам делать здесь? Синяя полоска упирается в стену. Как бы ни на что нам не намекая. Верапа, наверное, надо оставить. Вон там, наверное, босс. Босс, рычаг. Кстати, к нему я не знаю, как попасть, к этому рычагу. Все закрыто. А, подождите, стоп, мне кажется, вижу. Вот уроды. Свои сраные изометрии запутали меня. А, нет, нифига. Мне показалось, что вот здесь вот проход есть. Потому что кажется, как будто... Короче, ладно, не буду объяснять. Неважно, все равно. Это все равно это неправильно. И туда никак. А, туда через верх. Сюда тоже никак не попасть. Что-то я ничего не понимаю. Но жизнь, это я понимаю. Жизнь я понимаю. Жизнь это хорошо. Мне кажется, я зря столько поверапов собираю. Мне не нужна такая огромная масса. Меня с ней просто замесит. Я просто растеряю и патроны растеряю, если в босса стрелять надо будет. Что очень вероятно. Ну и ладно, похер. У нас есть еще жизни. Посмотрим. Так, ну я облазил все. Куда дальше идти-то? Нет, не было тут сложных боссов. Да, он ничего не хочет, он жиже. Он
хочет смыться куда-нибудь, понимаешь? Он хочет смыться. Это его мечта. В конце каждого уровня он куда-нибудь смывается, понимаешь? Ему хочется смыться в унитаз. Какой-нибудь такой вечный унитаз жизни ему хочется смыться, чтобы навсегда покинуть этот мир. Куда идти, я не знаю. Где-то проходы надо искать секреты, что я не понимаю. Я не понимаю. Хожу, брожу, ничего не нахожу. Куда идти-то? Есть два рычага, они оба закрыты, на них невозможно никак добраться до них. Ох. Вот игра не объясняет. Игра ничего не объясняет, делай что хочешь. Вот тебе замкнутая комната, в которой ничего нету. Ищи сам, разбирайся. Охренительно интересно, охренительная задумка. Реализация вообще пушка. Я оттуда начинал, оборотень. Я оттуда начинал уровень. Вот, пожалуйста. Как видишь, мне абсолютно ничего не произошло. Блин, ну что это такое? Ну что это такое? Ну что это вообще такое? Что вот это? Как это? Что мне делать? Куда мне идти? Где этот волшебный пиксель, который мне нужно уткнуться? Вот зачем так игры делать, блин? Хорошая игра, оригинальная, особенная. Сплошные хорошести. Блин. Мне больше даже печально не за то, что я сам в этой вынужден играть, а в том, что это приходится людям смотреть. Из-за таких игр количество зрителей у меня может падать, понимаете? Я не наберу 75 зрителей в месяц, если у меня будут такие игры на стриме. Зер Купер, ты проходил эту игру. Объясни мне, что здесь делать? Куда здесь ползти? В какой волшебный пиксель мне надо встать, чтобы куда-то переместиться, куда мне надо? Я не знаю. Вот как я найду решение, когда нет задачи? Согласен, отлично сказано, оборотень. Отлично сказано. Я не знаю, куда мне идти. Сколько можно? Я могу еще... Сколько у нас времени еще? Два часа. Два часа еще будем ползать здесь. Какая может быть бомбежка, когда это унылье? Страшное унылье, блин. Что я делаю не так? Где зеленые и красные линии? Там в угол можно залезть.
Какой угол? В какой угол? Я тыкаюсь в угол. Я тыкался в этот угол 10 раз. Нашли волшебный пиксель. Игра говно. Игра говно. Игра полное дерьмо. И игра не хорошая, оригинальная. Это кусок дерьма. Это параша. Хуета. Это ущербная срань. Это дерьмо. Это днище. Это днище. Это говно. Я ее ненавижу. Эта игра хуже Deadly Towers. Эта игра хуже Техноклэша. Эта игра хуже Барта Симпсона. Эта игра хуже Бабси. Это хуже, самая худшая игра. Как никогда еще не было так сильно желания забить на все и дропнуть. Никогда. Никогда. Вот Фазер Купер говорит, были игры хуже. Херня. Все остальные игры были шедеврами по сравнению с этим. Это дерьмо. Это не... Это дерьмо. Слов других здесь нет. Хорошо, дропать нельзя. Дропать нельзя. Дропать нельзя. Дропать нельзя. Шахстер, я смотрю, смотришь прохождение на ютубе. Я очень благодарен тебе. Пожалуйста, скажи мне, в какой еще угол мне надо ткнуться. Пожалуйста, проведи меня. Скажи мне, как попасть ко второму рычагу. Скажи мне, пожалуйста. Вот, Лэндсталкер, да, та самая ситуация, где ключ от выхода находится в секрете. Это просто капздец, это дерьмо. Это хуже игра Техноклэша. Это хуже. Это уже, могу сказать, это уже жесткий кандидат. Эта игра уже переплюнула давно Техноклэш. Давно переплюнула. Я перенервничаю скоро. Это я не знаю. Да, мне нужна помощь, Red Moons. В какой пиксель мне залезть, чтобы попасть к этому рычагу? Вот к этому, который слева сверху. Скажи мне, пожалуйста. Тут открылись невидимые ворота. Тут открылись невидимые ворота. После того, как мы нажали рычаг, который невозможно найти. Открылись невидимые ворота. Хорошо. Что это? Сто булшитов из десяти. Миллион булшитов из десяти. Можно мне хотя бы посмотреть? Хотя бы сделать предположение о том, что мне надо делать? Игра продолжает не разочаровывать. Она продолжает приятно в кавычках удивлять. Игра прямо это... Игра прямо кричит, вопит. К
говорит, она кричит мне, я слышу ее голос, она кричит, дропай меня, она кричит, дропай меня прямо сейчас, забей, дропай меня прямо сейчас, она прям вопит, так что я скоро оглохну от этого вопля, который мне игра вопит в ухо, что надо что надо мне дропать ее, я скоро оглохну от этого вопля уже. Мы пробиваем третье дно, да. Да, мы не стекаем, оказывается. Ну вот, вот вам фишечка подстава, самонаводящиеся пули. Почему эта штука другого цвета?
Очень хочу сегодня пройти эту игру. Очень. Потому что я очень не хочу играть в нее завтра. А, да, завтра суббота, завтра в любом случае я не буду в нее играть. Да, это ободряет. Сегодня, кстати, будет Кайза гонка, но я не буду в ней участвовать. Вернее, буду участвовать, но не в качестве игрока. Сегодня будет мой уровень, которым, над которым я долго работал, которым я очень доволен. Я это как бы для себя в большей степени говорю, потому что мне будет чем себя порадовать сегодня. Нет, завтра не будет стрима. Как обычно, в 2 часа ночи по московскому времени. Этот будет легкий, этот не будет, этот будет, во-первых, он и короче, во-вторых, он легче, потому что, ну, естественно, людям не в кайф хоть 3-4 часа тратить времени. Многие просто забивают так до конца и не проходят, мне это не нравится, естественно, поэтому я поработал над тем, чтобы это все было сбалансировано. И на этот раз все будет нормально, все будет четенько. Не, рестрим я не буду вести, я буду смотреть просто, и все. Нет, нет, ЛХ, он не будет стримить до июля, что ли. Он сказал, что типа занят будет до июля. Не сможет. А так хотелось бы, чтоб кто-нибудь. Что это за херня была? Что оно сейчас вытворило? Вроде уровень не такой уж большой, наверное. Нет, я ни за кого не болею. Я хочу, чтобы... Просто хочу, чтобы как можно больше людей вообще прошли мой уровень до конца. Вот это самое главное. Я не хочу, чтобы было легко, но я хочу, чтобы как можно больше человек прошли до конца. Поэтому я его отбалансировал немного. Сделал попроще. Yes! Что я нажал-то? Я даже не знаю. Ага, вот что я нажал. Это весь уровень? Это весь уровень? Да ё-моё! 4-1 у меня занял раз в 10 больше времени. Капец. За 10 минут прошли. Капец. Так, я надеюсь, что вон та канализация, это выход непосредственно из этой игры. Оуе! Как раз то, чего я хочу. Сраных тупорылых кроликов. Фантомасы бегают. Фантомы. Точнее, фантомасы. Чё, бедные королюсики, я их не убивал. Я ни одного из них не тронул. Королюсики живые.
жесть какая. Сколько жизни осталось? Ну, примерно в таком районе. Примерно 3, наверное. Но, по-моему, не 2. Да, да, действительно, Angel Fighter. Ух ты, прогресс. Именно в самом конце игры разработчики внезапно решили, что будет лучше, если телепорты будут на видном месте, а не где-то заныканы в углу. Охренеть. Действительно, удивительно. Какого хрена мы это видим только в конце игры, только вот вопрос. Именно, Амкол, именно. Конечно. Откуда материализовался? Тебя тут не было. Так, идти больше некуда, да? Так, я тут не все осмотрел. Сюда не ходил. Я сейчас схвачу ручки свои. Держи при себе. И ты, шайтан, машина тоже. Иди отсюда. Да, действительно. В детстве я бы вместо этой игры лучше бы уроки учил, наверное. Если бы мне в детстве попалась эта игра. Понятно, что в детстве у тебя неограниченное количество. Опять же, ты играешь с таких, которые хорошо играют только в детстве, блин. Когда в детстве у тебя вот у вас есть запасное детство, ребята? У меня вот нету запасное детство, чтобы там неделями, месяцами тыкаться тут в каждую стену, находить тут всякие секреты. В детстве это можно делать, а сейчас нельзя. У меня нет запасного детства, чтобы этим заниматься. И у вас тоже нет. Живущий-то какой. Это не значит, что я готов тратить бесконечное количество времени на все подряд. Что это за херня? С какого хрена траекторию меняет 2 раза? Фу, ладно, я только что взял чекпоинт. Сколько у меня жизни осталось? 5. Ха-а-а. Вот так, рапас, видал? А ты говоришь 2-3. 5.
я буду проходить последние уровни в эко. Наверное, тоже матерясь и негодуя. Если они такие же будут, как и здесь. Да, это который дельфин. Ты знаешь эко-динозавра? Да не, я бы все равно повеселел. Я потому что сам думал, что у меня в районе 2-3 жизней. Так что я все равно бы повеселел. Очень надеюсь, что последний босс все же жопу не разрывает. Ну, не знаю, не знаю. Четвертый босс, когда я понял, что делать, он оказался тоже лохом. Правда, ваншотящим лохом, вот в чем проблема. Он лох, но он ваншотит и стреляет куда попало. То есть можно сказать, что я победил за счет того, что мне повезло, поскольку никакого паттерна его выстрелов я не увидел. Он просто стрелял куда попало. Если бы он стрелял точно мне в голову, что он, в принципе, мог бы сделать в любой момент, он бы меня убил. Не ты ли проходил последнего босса в эко параллельно с богатским его босс Раши? Рапас, какая острая у тебя память! Да, скажу тебе, да. И не только этого босса, там еще другие несколько боссов были. Отлично. Вот это мне понравилось. Ай, как хорошо вот это было сделано. Вам понравилось, как вот этот момент был? Когда враг перешел в какой-то режим фаербола и завернул за мной и выкосил меня полностью. Я даже не смог убежать от него. Круто. Опять же, мы только что взяли чекпоинт. Тут и чекпоинты нормально расставлены, ребят. Представьте себе. Вау. Только этот придурок плохо расставлен, но мы его уже убили. Там прикол в том был, что я в чате орал, что... Типа, какого хрена Богатский делает? Даже я, не игравший ни разу в игру, смотря стрим, вижу тактику на него. Типа, даже я вижу, как его надо валить, хотя в игру ни разу не играл. Мне, типа, Сволон говорит, типа, чё ты там, раз ты такой умный, вот я тебе скину сейчас Steel State, давай на стрим запускай и проходи. Он мне скинул Steel State, я на стрим запустил и прошел. И еще целую кучу боссов прошел. Не всех боссов, но большую часть. С некоторыми мне просто не хотелось возиться, да и все. Давно это было, Рапас. Я удивлен, что ты это помнишь. Я удивлен, что вообще кто-то это помнит. Дела давно минувших дней. Предание старины глубокой. Ну да, Назафок, спойлер последнего босса в эко у меня уже есть. Там ему надо челюсти отбивать, и потом куда-то там в какой-то определенный момент ему впасть, атаковать. Что-то такое. Так, сжари пулю. Стреляй! Спасибо. О! Яри! Плюю, Лайнсталкер. Ты, как всегда, опоздал. Помню, там был шляпник, босс Стрит Рейжа на джетпаке, идиотский. И все, больше ничего не помню. Там был еще этот, последний босс из Дональда Дака, который там... С палкой там прыгает, там, как ниндзя. Не помню, как игра называется, но, короче, где он там с палкой скачет. Против каких-то папуасов. Я этого босса проходил. Потом был босс из какой-то... Мазингер, что ли, там? Какая-то игра.
была типа битэмап, но боссы там проходили в режиме файтинга один на один с большими спрайтами. Вот там довольно сложно было, но я тактику подобрал. Да, да, Амкол. Да, Рамона. Мауи Малард. Я знаю, что мне его зарекестили, я поэтому про него и вспомнил. В частности. Мазин Сага? Ну, да, скорее всего так называется. Еще там был босс последний из Ализии, Ализия Драгун. Как она так называется вроде? Там, где за девку играешь, которая магией херачит. Где там последний босс на какой-то максимальной сложности, там невероятно жирный, там его убивать минут 10, наверное. Вот, тоже так, его тоже валил. Больше не помню. Может, кого-то еще валил. Может нет. Бля, я не знаю, куда идти. Но я тут всех убил. Значит, тут надо искать те места, где кто-то еще живой. Искать живых. Так, вот тут я вниз ходил. Во. А, смывайся. Друг мой дорогой. Будь добр. Ну вот Angel Fighter, я просто не знал заранее, у меня не было заранее готового списка того, что стримить, понимаешь, Angel Fighter? Не то. А может быть и то. Портал сломался. Засорился портал, понимаете, как и унитаз до этого. Так, ну вроде бы я иду в правильном направлении. Вон враги там живые еще где-то. Все равно уровень микроскопический просто по сравнению с предыдущим. Во, нашли куда идти. Не ваншоти меня! Ты задолбал! Вы что, охренели что ли, блин? Он сейчас наводится на меня и ваншотает. Вообще замечательно. Блин, куда меня сейчас откинет? Блин, меня сейчас откинет куда-то очень далеко. Черт. Вот это хреново. Вот это хреново. Где я сейчас? Все живые, небось. Все, небось, воскресли. Я очень надеюсь, что все по-прежнему сдохли. Что по-прежнему никого нету. Если все враги отреспавнились, это очень плохо. Вроде они тут не должны респавниться после смерти игрока. Мне вниз надо. Мне надо вниз. Каким-то образом попасть. Я правильно иду. В какой-то веке я иду правильно. Тут портал сломанный. Давай-давай, ползи-ползи! Скоро конец. Скоро конец. Либо хороший, либо плохой, но тем не менее, конец скоро. В жизни осталось 3 штуки.
Нет, Шаксер, Ламулану я не буду 3 года проходить. Я говорил это много раз и скажу еще раз. Если Ламулана это по сложности такой же невозможный булщит, как Dragon Slayer, если игра не проходит, так пошел нахер. Так от него я убежал на этот раз. Замечательно. Если игра по сложности такой же невозможный для прохождения булщит, как какой-нибудь там Deadly Towers, то я его буду с гайдом проходить. Впрочем, Terra Warrior мне говорил, что есть какой-то гайд такой хороший, который дает намеки на то, что надо делать, но открыто не спойлерит. И типа советовал, типа, вот, есть офигенный гайд, вот его лучше читай. Ну, может быть, буду ему следовать, этому самому рекомендованному гайду. Так, где я? Спасибо, друг! Купиня! Спасибо, друг. Спасибо. Так, прошли. Чего? То есть, я перемещаюсь между вторым и первым уровнем. То есть, я нихера еще и до конца не прошел. Так, ладно, забудьте мои слова про то, что эти уровни короткие. Забудьте. Они нихрена не короткие. Да, игра не работает. Вы думали, что игра уже пройдена? Вот так вот вам. Так, это перманентные рычаги. Это очень хорошо. Так, эти ворота открыты. Ну, получается так, Рапас. Вторая игра будет после? Не знаю. Мне может эмоционально сил не хватить. Смотря какой булчит будет в конце. Жизнь дали. Так, это перманентный рычаг. Окей. Комната с чекпоинтом до сих пор закрыта. Значит, если я сдохну, я начну заново. Это меня не радует. Но тем не менее. Можем поискать. Ага, можем сюда пойти. Так скоро и пройдем, наверное. Таким темпом. Простите, нам походу опять придется искать, в какой же пиксель ткнуться. Чтобы куда-то там перетечь.
понимаю прикола. Почему та комната закрыта? Это очередной, черт подери, какой секрет? Невозможный. Ну да, никак туда не попасть. Никак. Только какой-нибудь волшебный угол надо найти. Я не знаю, где эти волшебные углы водятся. Хорошо, пойдем дальше. Где-то еще мы не были, наверное. Но здесь мы явно были. Тогда идем назад. А, во! Открылись. Так, блин. Тогда надо все-таки идти в обход. Ура, я взял чекпоинт. Тут ничего нет. Я буду тыкаться во все углы. Я знаю, что там где-то на этом уровне есть жизнь. Соответственно, где-то на этом уровне есть место, в которое можно ткнуться и попасть в ту самую жизнь. Найти ее. Я буду искать этот таинственный угол. Я понимаю, что это долго. Но я не хочу сливать на последнем боссе. Тем более в такой игре, которую проходить заново, ну, вообще не в кайф. Тут не так много углов. Их можно все проверить. Например, здесь. Ладно, на этот раз с зайцами нам договориться не получится. Извините. Я вам не дед Мазай. Да, Angel Fighter, да. Да. Именно так. Вот игры наподобие Метроида, они как раз хороши, потому что они не заставляют. Ты ищешь, ты находишь ровно столько, сколько ты ищешь. Там совсем не обязательно находить все. Там даже половину можно пропустить спокойно и все равно пройти игру. Как раз таки Metroid это хорошая игра на эксплоринг. Все основные предметы там находятся вполне себе логичным способом. Ты еще живой! Наконец-то. Но это не тот секретный угол, который я искал. Я искал другой секретный угол. Ну и, кстати, да, Шаксер, не ставь капу, все правильно. Там подписывают
Там по карте можно увидеть, на карте отмечено, если ты зашел в комнату, а в ней повер-рап. Как бы по помощь в поисках. Так, иди вон. Дерьмо. Пошел вон. От этих тварей проще просто убегать заранее. Да, Шаксер тут с утра. Давай, давай, давай. Дерьмо. Успел. С потерями, но небольшими. Так. Сюда мы смыться не можем. Сюда тоже. Жизнь, жизнь. Поверапчик. Еще один поверапчик. Нормально. Так, опять второй уровень. Третий. Окей. Это конец, типа. Angel Fighter. Это нельзя менять. Это можно менять только когда ты станешь партнером полноценным. Вот я когда я стану полноценным партнером, через месяц, опять же, тогда я поменяю. Так что да, сейчас все хреново в том плане, что надо ждать и хороший результат показывать. Так, окей, часть третья. Вроде как босс. Сюда утекать нельзя. Здесь дыры в полу скрыты за экраном. Вот это классно. Извините меня, пожалуйста. Я понимаю, что не надо искать логику в играх, но здесь я не вижу дырок. Здесь люк закрытый. Почему я протекаю сквозь него? Не надо мне спойлерить, Фезер Купер. Или я спрашивал совсем не то. Чекпоинт. Наркомания. Тут нет, Рамон, тут надо. Тут надо вообще мимо всех дырок проползать. Вообще, не они все. Они все.
активные, кроме первых двух. Они все активны, надо мимо них проползать. Так, еще один чекпоинт. Ну, больше некуда идти, идем дальше. Так, ну понятно. Мне не дадут вернуться назад, разумеется. Только на втором боссе была возможность лечиться. Только на втором и третьем боссах была возможность лечиться по ходу дела. Здесь ты идешь, тебя запирают в клетку и уничтожают в дерьмо. Видимо, так. Вот, еще раз. На кой хер мне сейчас надавали целую кучу жижи? Если я сейчас ее просру, пока буду проходить через вот это, зачем мне ее давали? Зачем мне, если тут с большой лужей пройти невозможно? Зачем? Пошли нахер с вашим говёными комнатами, ловушками, блин. Уроды. Так, ладно, они не искупятся на чекпоинты. Хотя бы это хорошо. Ура, у меня есть суперсила. Теперь я с этой суперсилой буду опять ползти через эти странные канализационные люки. Чё, я не прав? Чё это за улитка была? Я слышал улитку. Где улитка? Ну всё, босс. А, блин, он простреливает через них. Замечательно. Давай, 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 давай. Дай. Лол, какие звуки-то записали? Такой, гляньте. Что тебе дать-то? Что тебе дать-то, а? Что тебе дать-то? Что тебе дать-то, а? Да ты можешь подобрать эту херню? Иди, лечись. Все, что ли? Да ну нафиг. Лох же.
Лох это финальный. И почему нам показывают ту же самую картинку? Да, мы не собрали, замечательно. Давайте, расскажите нам, какие мы нехорошие. Должен заметить справедливости ради, что дерьмовее всего эти хрени запрятаны именно в первом, в первых двух уровнях. Ну и все, и насрать. Отличная концовка, замечательная, лучшая концовка. Это лучшая концовка, вы ничего не понимаете. Что я могу сказать об игре? Вы все слышали. Обычно я стараюсь отстраняться от того, что я говорил в процессе игры. На этот раз я не буду отстраняться от того, что я говорил. Пожалуйста, Бонродос, пожалуйста. Десять булшитов из десяти. The Fox прав. 10 булшитов из 10. Так, блин, еще 1:20. По идее, надо бы рулетку. ЛХ, я подумаю по поводу этого. Я подумаю. Возможно, Техноклэш подвинется. Но я точно не уверен. Но я подумаю. Ладно, хорошо, есть еще 1:20, у меня нет никакой причины, никакого оправдания у меня нету, чтобы рулетку сейчас не запускать. Так что, увы, придется ее все-таки запустить. Ладно. И мы, ладно, короче, все, сейчас вернемся с рулеткой.